Ну вот за бронзовую награду, да, возможно, будет у них борьба, хотя, не знаю, Казахстан будет сложновато, может быть, обойти. Посмотрим сейчас, как оценят судьи. Оригинальные купальники. Вот эти фантастические переброски, особенно в переворотах, когда без зрительного контакта они еще друг другу должны перекинуть предмет. Какой-то особый вид искусства. Да, конечно. Все пять одновременно. И стараются именно такие переброски. Да, заступил за площадку гимнастка. Обидно. Сама, мне кажется, даже не заметила, возможно. Я хочу закончить мысль. Гимнастки стараются как раз переброски выполнять именно ногами.